Спасибо большое, Анатолий Эдуардович, за интереснейший ответ на вопрос. И тогда мы продолжаем. Скажите, пожалуйста, на что сейчас сделаны основные ставки компании для успешного выхода на рынок и коммерциализации технологии? Ну, у нас много этих ставок, так скажем. И основные ставки, которые делает наша компания, прописаны в нашем позиционировании. Оно опубликовано, в частности. Мы предлагаем транспорт, ну, во-первых, безопасный, при движении второго уровня, где исключены столкновения и аварии по определению. Так. Умный, он ведь автоматизированный, легко интегрируется в так называемый интернет вещей. Экологичный, не отнимает земли, работает на электричестве. Ну и что самое главное, он очень эффективный. Я могу сказать, вот точно могу смело сказать, он самый эффективный из всех известных и перспективных транспортных систем и разработок. В том числе с точки зрения капитальных затрат на строительство. Мы минимум в 3 раза дешевле легкорельсового транспорта. Мы знаем цену на него, в том числе и в Эмиратах. 10 раз и более дешевле метро, и подземного, и надземного. По сравнению с канатными дорогами мы сокращаем капитальные расходы в 1,5-2 раза. А посмотреть и реально покататься на нашем транспорте можно не в компьютерной игре, как многие предлагают свои технологии, а он в центре Юскай и в экотехнопарке в Беларуси. А если взять с точки зрения операционных затрат, мы также существенно выигрываем по сравнению с другими системами. Расходы энергии на движение наших электромобилей на стальных колесах по струнным рельсам гораздо ниже, чем расход энергии, топлива, а значит и денег на движение автобусов и троллейбусов. У них пневмомашины, это очень большое сопротивление движению. Кабина канатных дорог, где колесо катится по канату, у нее тоже очень большое сопротивление качению колеса. Поездов на мини-подушке – это иллюзия у большинства, ну, обывателей, как знаю, специалисты-то знают правду, да? Что там не так, толкнул и поехало. Нет, там поезда на подушке менее эффективны, чем самолет. Самый неэффективный транспорт. Вот в чем дело. И поэтому, например, Siemens закрыл свой проект Transrapid как неэффективный и никому не нужный транспорт, затратив на его создание больше 50 лет и 6,5 миллиарда евро. И построив только один проект, это Шанхай аэропорт, единственный был. Да? И еще не только вот в сравнении вот с поездами, даже с трамваями, если сравнить, и с дорожными поездами, тоже у нас сопротивление движению меньше и, соответственно, трата энергии меньше. Это очень важно для клиентов, потому что в долгосрочной перспективе, а мы закладываем срок службы подвижного состава минимум 25 лет, а эстакады минимум 50 лет, именно затраты на эксплуатацию становятся ключевыми для заказчика, и наше предложение в этом плане уникально. Ведь даже вот можно пояснить таким образом, если у нас, допустим, мы декларируем, что срок окупаемости наших систем там 5-6 лет, то значит мы каждые 5-6 лет окупаем проект. Так? Значит, у нас маленькие издержки, и мы быстро окупаем проект, и деньги возвращаются, а потом зарабатываем. Еще 5 лет мы зарабатывали стоимость, как стоимость проекта. Следующие 5 лет – это еще стоимость проекта мы заработали. А теперь представьте, окупаемость 30 лет. Значит, издержки настолько большие, что деньги даже не возвращаются, не то, что на этом не заработаешь, да? А это за счет того, что эксплуатационные издержки у нас очень низкие. И это очень важный фактор. Обычно это не учитывают, а спрашивают, только сколько стоит. Да важнее, какие издержки эксплуатационные. Это электрическая энергия, или просто энергия, топливо, да? Это заработная плата, это амортизационные отчисления, это ремонты подвижного состава, эстакады и так далее. Это все вот идет туда, в издержки. В плане применимости технологии ЕСТИ мы исходим из ряда направлений. Первое – это пассажирское сообщение между городами и пригородами, по которому мы уже сейчас ведем проектирование. Почти все города, особенно крупные, сталкиваются с проблемами маятниковой миграции, когда в часы пик на въезде в город скапливается много машин и создаются пробки. Создание новых дорог, в принципе, не решает эти проблемы, только приводит к появлению новых автомобилей. Это мы видим на примере тоже Москвы.
И повсеместный переход на зеленые электромобили, движущиеся по тем же самым автомобильным дорогам на первом уровне, да, эти проблемы также не решит. А вот создание транспортных систем и транспортной инфраструктуры над землей на втором уровне решает эти проблемы, потому что не мешает жить первому уровню. Чтобы люди могли комфортно доехать из пригорода в мегаполис, на въезде в город на станциях ЮСТИ делаются перехватывающие парковки. Мы уже сейчас работаем в нескольких проектах, прорабатываем объединение нашей станции с существующими станциями общественного транспорта. Ну, объединяем их. Так. А второе – это пассажирское сообщение между городами и логистическими узлами, расположенными за городской чертой. Это аэропорты, железнодорожные вокзалы, морские порты. Добраться до аэропорта, вынесенного за пределы города, сегодня составляет очень серьезную проблему. Но мы знаем, потому что все летаем на самолет. Иногда это дольше и дороже, чем сам авиаперелет. Мы же предлагаем эффективное решение. Наши станции могут быть интегрированы в терминал аэропорта, что существенно сократит время на прохождение регистрации и прочих формальных процедур, которые предшествуют полету. Мы уже выполнили технико-экономическое обоснование по одному такому проекту. Третье важное направление, по которому у нас сейчас в работе несколько проектов, это преодоление водных и других преград, например, горных ущелий. У нас могут быть безопорные пролеты длиной до 2 километров, а при специальном исполнении до 3 и более километров. Мини-мобили способны с минимальным количеством опор преодолевать широкие реки, бухты, проливы, обеспечивая при этом высокую производительность. Таким образом, мы можем решать те же логистические задачи, которые решаются при строительстве традиционных мостов, но на порядок дешевле. Я, например, знаю, что был построен в Японии один из мостов, соединяющих два острова. Протяженность всего лишь 3 километра, он стоит 10 миллиардов долларов. По тем ценам 20-летней давности. А сегодня, наверное, 20-30 миллиардов. И вот четвертое направление – это грузовое транспортное сообщение на территориях со сложными природно-климатическими условиями или рельефом, ну, например, в условиях Крайнего Севера. Мы активно начали работать по арктическому направлению. В Арктике очень сложные грунты для традиционных транспортных систем. Ну, такие как автомобильные дороги, железные дороги. Это вечная мерзлота. Сегодня здесь используются в основном зимники. Это дороги, там заливаются водой и, короче, замораживаются, да? Дороги, которые эксплуатируются только в зимний период времени, весной и летом они не рабочие, так как попросту тают. Поэтому большинство перевозок в Арктике осуществляется с помощью авиации. Это очень дорого. А наше решение позволяет эффективно организовать транспортную логистику в этих удаленных регионах. Пятое направление – это транспортная доступность новых земель. Например, островов. Кстати, в Эмиратах их много, неосвоенных островов, горных районов, пустынь, ранее доступных или слабо освоенных. Мы стараемся комплексы ввести в эти вот осваиваемые районы таким образом, чтобы обеспечить их транспортную доступность, в том числе и их соединение с существующими регионами, ну, допустим, острова с берегом. Это очень привлекательное решение для многих клиентов, потому что интеграция транспортных комплексов ввести в состав девелоперских проектов позволяет увеличивать рыночную стоимость недвижимости в последующем. Я, например, знаю, что в Дубае, когда его построили, стоимость недвижимости выросла где-то в 1,5 раза. То есть, с одной стороны, девелопер решает проблему транспортной доступности для клиентов, то есть это одна задача, а с другой увеличивает свою доходность от проекта за счет роста стоимости на недвижимость. Один такой проект у нас на финальной стадии в Объединенных Арабских Эмиратах. И, наконец, шестое направление – это пассажирское сообщение на территориях с повышенными требованиями к экологичности, а это парки, заповедники, заказники, ну, такие особо охраняемые зоны, так скажем. Мы уже ведем переговоры по ряду таких проектов, где очень высокие экологические требования. Поскольку ЕСТИ не отнимает землю, не нарушает пути миграции животных и движения грунтовых и поверхностных вод, то мы в состоянии решить транспортную проблему вот в такой местности
с нулевым воздействием на природные экосистемы. Я, например, тоже могу привести пример в Австралии. Это, ну, лет 12 назад было. Там был один проект, связывающий берег, порт с месторождением в глубине материка, который, ну, давал эффект 10 миллиардов долларов, если железная дорога была построена. Но когда сделали проект, то он не прошел экспертизу, потому что дорога пересекала пути миграции каких-то там ушастых, мохнатых, ящериц или каких-то, ну, таких редких животных. И вот этот факт, а вот и лягушек, я уже даже не помню точно, так? Ну, неважно, да? Какого-то вида таких мелких животных, так этот факт зарубил проект. Global Star Club. Возможности безграничны.